てやってますね。Алло. Алло. Документы, будьте добры. Руки переводите. Документы, где у вас на машине? Держи. Сигарет поговорить. Алло. Алло, Руслан, подойди, пожалуйста. Алло. Подойди, пожалуйста. Подойди, пожалуйста. Подойди, пожалуйста. Подойди, пожалуйста. Подойди, пожалуйста. Да-да. Да-да. Подойди, пожалуйста. Ну-да, подойди, пожалуйста. Ну-да. Ну да, подъедь. То есть я, ну, отцу позвоню, отцу. Он дежурстве. Он дежурстве. Позвоню, он подъедет. Давай. Давай. Это он дежурстве. Давай. Он дежурстве. Давай. Давай. Он на деньги. Да. Подъедь. Он одет, он на дежурстве, пап. Давай. Он на дежурстве. Давай, давай. Сергеевич, на машину посадить. Давай. Нет, подъедь, короче, на дежурстве. Он на дежурстве. Задать он порвал. Молодой человек, сидит. Молодой человек. Да. Что случилось, что произошло? Так мы доехали до него. До куда? Мы доедем до него. А откуда куда ехали-то? Мы ехали, короче, вот ну, оттуда с дороги. Ага. Как так у вас получилось? Мы ехали ну, до вот за машиной. Что дальше было? Вот мы, ну, мы доехали. Вот как бы машина ехала. Угу. Волга. Вот мы ехали до, ну, до машины. За машиной. Все. Все, машина ехала до, ну, до машины. Все, мы доехали. Все. А в бордюр как врезались? Как бы машина ехала вот оттуда. Вот оттуда туда. И все, мы доехали до него, и все. В бордюр-то как врезались? Мы как бы ехали вот оттуда. Да правда. А что в каком состоянии неадекватно? Да поехали до отца, сейчас узнаем ночью, кто. Нет, на экспертизу, вы на экспертизу поедете? Да. То есть вы согласны проверить? Да. Не курит в машине? Может, дойдем до машины? Не надо. Свое состояние можно описать? Да. В каком состоянии? Нормально. Употребляли что-нибудь? Нет. Не наркотическое, ничего нет, не поехали, да, отсюда, что-нибудь. А почему у вас вы в машине спали? Я не спал. Я ехал, там машина просто ехала оттуда. Вот оттуда ехала машина. Мы ехали, начали ее, короче, ну, объезжать. И все, мы объехали. Потом машина ехала, всю встречу. А друг ваш? Он спит. Пьяный. Пьяный он? Да. А вы? Я нет. Ничего не потерпели? Нет. Точно. Если, короче, сейчас меня будет снимать, ага. Вас как зовут? Если, короче, будете, ну, употреблять меня, если, короче, ну, он увидит, то есть, короче, ну, просто, короче, ну, будете, ну, то, что снимаете, и, ну, как бы не имеете права за это, все, короче, будет, ну, просто будет, ну, снимайте. Не курит в машине. Пойдемте на улицу. Сейчас подожди, составим бумаги, поедем на экскурсию. Хотите на экскурсию? Да.